Всем привет! Это обзор операционной системы Windows 8 Royal Alpha Preview. Я установил на компакт Presario Q57 процессор Intel Celeron. Ну что ж, давай мы включаем компьютер. Загружается восьмерка. Вот, видишь, является Windows, видишь, на английском. Вот, очень красивая, видишь, картинка очень красивая. Общая картинка. Так, четверг, 14 июля 2012 года. Так, что ж, давай мы выводим пароль. Ну что ж, итак, мы выводим пароль. О, добро пожаловать. Звук нету. Видишь, звук как у Windows 7 уже, как у Vista и 7 уже нету. Видишь, красиво. Пуск. Видишь, посмотрим. Почта, календарь, интернет, Explorer, магазин, новости, люди, фотоальбом, карты, SQDrive, спорт, сообщения, видео, музыка, путешествия, рабочий стол, погода, игры и бокс лайф, камера и финансы. Так, что ж, давай посмотрим рабочий стол. А видишь, очень красивая картинка с тюльпаном. Красотища, красота. Вот, видишь, красивая операционка библиотеки, видишь. О, видишь, кнопка пуск не делся. Куда делся? Так, давай почитаем. Windows 8 Royal Alpha Preview. Пробная версия Build 8.4.0.0. Это бета-версия. Кодовое имя 8. Так, это не удалять раздел. Видишь, ковырю. Видишь, это лучше не буду удалять. Потому что это для нажатия клавиши. Это не нужно, это я не буду удалять. Вот. Свойства. Так, Windows 8 Royal Alpha Preview. Корпорация Microsoft, Microsoft Corporation 2012, все права защищены. Ну хорошо. Красотища. Так, драйвы я устанавливать не буду. А, вот, на Intel Celeron. Так, ладно, всё, ладно, всё. Так, ну ладно, это не запрещенная программа. Нет. Так, заходим. Так, пуск. Internet Explorer. Видишь, выпускается Internet Explorer. Так, сейчас. Так, www.gumfn.com. Так, заходим в программу сайт MSN. О, наверное, это английский. Давай мы введем русский. Так, .ru. О, давай посмотрим Facebook. Так, я регистрировать сейчас не буду, и сейчас я оставляю. Так, я не буду регистрировать, там есть плохие люди, я сейчас не буду регистрировать. Видишь? Очень красивая картинка на Facebook. Так, я не буду сейчас регистрировать Facebook. Я откажусь от Facebook'ов. Я откажусь от социальной, от регистрации. Так, видишь, Москва. Так, интернет есть. Давай посмотрим аккаунт. О, давай посмотрим фотографии. Видишь, очень хорошая на от Фейсбука. Я сейчас
Так, я регистрировать я не буду. Сейчас не буду. Так, вот эта кнопочка регистрации. Нет, я не буду. Я ничего регистрирую, я отказываюсь от регистрации. Ладно. Так, что ж, на всем нас видев опять и опять операционная система. Ну что ж, и Windows 8 раз я привел компьютер зависать, как у девелопера привез. Так, давай посмотрим. Обратно. Интернет Explorer 10. Это новый интернет. Это новая программа. Очень хорошая, качественная. Это очень хорошая, качественная версия. Так, я не буду это устанавливать. Сейчас мы сейчас не будем. Видишь? И вот. Персонализация. Видишь? Красотища. Восьмерки. Так, и очень красивый, добрая картинка. Так, что с... Давай заходим в путешествие. Сейчас отпускает восьмерка, сейчас отпускаем. О, так, этот Берлин. Так, Берлин, Германию. Берлин, Германия. Это очень красиво, видишь, лошадки. Так, давай посмотрим эту картинку. Так, я не хочу Токио, я не люблю. Так, Нью-Йорк тоже не люблю. Так, давай посмотрим Париж. Мне эти картинки очень интересная картинка для путешествия. Ну, ладно, все, выходим. Давай посмотрим финансы. Так, давай посмотрим индекс Ротекси 13134901. Видишь, это экономика. Вот день, неделя, месяц, один год. Вот это финансы, это финансовая программа. Так, я не буду, я не хочу. Так, я не меню на камера. Так, ну что, заходим. Погода. О, разрешим. Так, и очень я установил на компьютере компакт-приставку кипящий. Посмотрим погоду. Вот. Киев, Украина. Это погода Бинг. Вот, ясно, 24, ясно. Четверг, 14 июня 2012. 27, 13 градусов. Так, пятница, 15 июня 2012 года. 13 градусов, 14 градусов. Так, суббота, 15 июня. Так вот, дождь. Суббота, 15 июня 2019 года. Вот. 23:12. Грозы. Так, воскресенье. Перемены. Облачность. Так, понедельник, 18 июня 2024, 17 градусов. Дождь. Видишь? Так, что я хочу. Вот осадки. Так, вот. Температура, осадки, облачность. Спутник. Так, не надо. Все, мы посмотрели погоду. Так, видишь, и уже погода. Давай посмотрим фотоальбом. Видишь, и уже операционка Windows 8. Очень красиво. Я установил только русский. Я не люблю английский. Давай заходим в программу «Магазин». Так. Вот, это можем покупать бесплатно. Давай посмотрим «Люди». Нет, это не надо.
Давай посмотрим сообщение. Нет, мне не надо сообщение. О, давай посмотрим почту. Календарь. Видев, и до 21 декабря 2012 года календарь уже не закончится, конец света и апокалипсис уже не будет. И в Киеве очень красивый город. Так, на эту версию восьмерки. Так, сейчас. Винвар. Так. Windows 8. Очень это сведение. Так, 8. Сборка 8.4.0.0. Это очень хорошая, красивая версия. Так, что, все. Выключаем компьютер. Ну ладно, все. На этом пуск. Ладно, завершаем работу. Так, ладно, завершаем работу. Параметры. Выключение. Завершение работы. Ну, все, завершается работа. Ну, все, восьмерка уже выключена, компьютер уже выключался. Все, мне очень понравилось Windows 8. Очень нравится. Ну все, что ж, на этом уже о Windows 8 Real Alpha Preview. На эту уже версию, на эту могу, еще хочу устанавливать A7, Windows Vista. В этом году хочу устанавливать Windows XP Professional. И тоже хочу компьютер, материнская плата WinFast Foxconn. Так, материнская плата Foxconn. Все, на этом увидимся. Следующее. Вот. А Windows XP выпущен в октябре 2001 года. А Windows Vista выпущена в 2006 и 2007. А семерка, а Windows 7 выпущена в 22 октября 2009 года. А восьмерка сейчас еще, а сейчас бета-версия. Ну что, все, на этом увидимся. Увидимся в следующем видео. Благодарим за внимание.